Добрый день, дорогие друзья и подписчики канала Алипросто. На сайте AliExpress стартовала игра под названием Shopaholic в честь распродажи 11.11 в 2019 году. И давайте взглянем на данную игру Shopaholic, так как данная игра доступна в полной версии сайта AliExpress, так же само, как и в мобильной и в приложении AliExpress. И вот наша игра загружается, и мы ждем. И первым делом, что мы видим цифру 3, сразу же бросается нам в глаза. Это означает, что я уже на третьей дорожке, и две дорожки с первой по вторую я прошел еще вчера. Мне очень понравилось, так как данная игра рассчитана на такой же возраст, как и у меня. Нам нравится нажать одну кнопку, что-то происходит, и мы выигрываем. А если проигрываем, то в этом случае мы ничего не теряем. Не игра, а сказка. Я бы дополнил, что данная игра просто-напросто раздает нам купоны, спецкупоны и купоны продавцов. Давайте мы перейдем на первую дорожку. Это нам надо прокрутить колесико мыши наверх, и я объясню суть этой игры, как надо играть и что мы будем получать. Вот так вот выглядит первоначальный наш путь, и главный приз мы поделим между нами. И в чем же заключается данная игра? Вначале, когда вы перейдете по ссылке из описания, вы появитесь вот здесь вот. Россия — это наш регион. В общем-то, все здесь понятно. Циферка 1 — это первый наш путь. И здесь у вас будет значок геолокации, то есть там, где вы сейчас находитесь. Суть данной игры заключается в том, чтобы отвести мышку на данную кость и нажатие левой кнопкой мыши, после чего выпадет нам некое число. Например, цифра 2. Цифра 2, и мы на два шага передвинемся сюда и получим спецкупон AliExpress от данного магазина. Далее, на кости у нас с правой стороны мы видим, что у меня на данный момент 5 ходов, и немного далее я покажу, как получить бесплатно данные ходы и продвигаться. И кнопка вперед для того, чтобы начать игру. То есть сюда надо будет нажать левой кнопкой мыши, и игра начнется. Первоначально, когда вы зайдете в данную игру, у вас будет всего лишь 3 хода. 5 ходов это я набрал. Итак, давайте перейдем на мою карту. Это спускаемся немного вниз. И вот значок геолокации мой, где я сейчас нахожусь. С правой стороны мы видим кнопку правила, здесь вы можете прочитать правила данной игры. Дальше кнопка мои призы, это то, что я уже получил, играя в эту игру, получал я это вчера. И нажимаем на кость, то есть вперед. И вот кость у нас бросается, и мы сделаем 3 шага вперед. Я получил в данный момент 5 монет. Закрываем, неплохо, что же можно сказать. Мне очень нравится данная игра, так как мы просто нажимаем одну кнопку, и оно происходит, и мы всегда что-то выигрываем, а если не выигрываем, то ничего не теряем. Нажимаем еще раз. 2 шага вперед делаем, к сожалению, до купона я не дошел. Мы получили спецкупон. Мы получаем данный спецкупон, нажимаем кнопку ОК, и далее нам данный магазин особо не интересен. Если интересен, то можно подписаться на него, поставить в избранное или просто сохранить. Закрываем данную страницу и дальше продолжаем играть. Мы делаем 3 шага вперед, к сожалению, я получаю опять-таки монеты, закрываем и делаем дальше шаги. И вот я получил, к сожалению, просто спецкупон, так что продолжаем дальше играть. И как мы видим, у меня остался всего лишь один ход. И для того, чтобы получить дополнительные ходы совершенно бесплатно, мы просто должны нажать на любой из этих магазинов, и у нас в новой вкладке откроется данный магазин, а здесь в игре мы получим дополнительный ход. И вот у нас открылся тот самый магазин, мы получаем спецкупон на 0 монет, мы просто их получаем для того, чтобы было. Если данный магазин нас интересует, сохраняем, если нет, закрываем. И как мы видим, мы получили уже дополнительный ход, который мы сможем тратить. На всякий случай мы еще возьмем один ход, получаем спецкупон, так как он может нам пригодиться. И нажимаем ОК и закрываем данный магазин. И как мы видим, у нас добавился еще один ход. Окончание данной дорожки, здесь у нас будет мини-игра, и нам надо до нее дойти. В общем-то, мини-игры также интересны. В первый раз мне попался дождь из подарков, надо было просто нажимать на подарки, и я получал купоны, спецкупоны и так далее. Второй раз мне попалась мини-игра, это угадай карту. Карты с обратной стороны лежали перевернутые, на которые надо было нажимать. И если при открытии карты у нас был спецкупон или купон, мы, соответственно, данные спецкупоны и купоны получали. Если не было, то не было. Если были монеты, то получали монеты. Но давайте дальше играть, так как надо поиграть в мини-игру. Мы получили 3 шага вперед и получили в этот раз опять-таки спецкупон. Очень хорошо, но хотелось бы просто купон. Нажимаем опять 5 шагов вперед, и мы получаем мини-игру. И вот, друзья мои, это опять-таки подаркопад, где мы будем выбивать наши купоны, спецкупоны и монеты из подарков. Начнем. Я получил спецкупон на 132 рубля.
И, в общем-то, больше ничего у меня не получилось. Видимо, я плохо разогрелся, и данная игра не пошла мне впрок. Нажимаем новая секция, так как первая, вторая и третья секция — это те секции, которые мы уже прошли. Возвращаться не будем, нажимаем новая секция. А почему новая секция, друзья мои? Здесь еще есть главный приз. Если мы спустимся, колесиком крутим вниз и спускаемся вниз, мы видим, что главный приз — 1 миллион долларов. Но хочу подчеркнуть, купонами все победители данной игры разделят между собой. И результаты AliExpress подведет 10 ноября в 16:00 по московскому времени на странице купонов. Ссылку я также поставлю в описании к этому видеоролику. Переходите и смотрите, кто выиграл, как же оно все будет проходить, мне очень интересно. И еще хотелось бы подчеркнуть, что данную игру в данный промежуток, пока данная игра активна до 10 ноября, каждый из нас сможет пройти 3 раза. Так что советую играть. И данные купоны AliExpress, хочу подчеркнуть, нам AliExpress раздаст, а вернее поделит среди всех победителей данной игры шопоголем на AliExpress в честь распродажи 11.11.2019 году. Но давайте колесико крутим вверх и ищем, где же мы там находимся. Мы уже на 4-й секции, 4-я дорожка. Не будем томиться и продолжаем играть. Мы делаем 5 шагов вперед и получаем, к сожалению, монеты. Ничего страшного, мы делаем еще один ход. И еще 5 шагов мы делаем вперед и переходим на магазин и получим сейчас спецкупон на 132 рубля. Это очень приятно, и мы сейчас получаем данный спецкупон за 0 монет, как мы видим, и жмем обменять. И нажимаем ОК. Переходим в нашу игру Шопоголия на AliExpress. Давайте мы идем дальше или возьмем, к сожалению, давайте возьмем еще один ход. Итак, открылся магазин, получаем купон, он может нам еще пригодиться. И закрываем данный магазин, видим, что один дополнительный ход у нас уже появился. И давайте еще один ход возьмем. Получаем спецкупон, нажимаем обменять и нажимаем ОК, закрываем данный магазин. И у нас уже 2 дополнительных хода приклеилось, как говорится, и мы готовы дальше продолжать играть в Шопоголию. Данная игра рассчитана на маленькие мониторы, поэтому, именно поэтому, графика в данной игре не особо. Вы можете уменьшить свой браузер, и качество игры будет самое то. Очень мне понравилось, когда я браузер уменьшил, но я уменьшать не буду, и так пойдет. Ведь нам нужны купоны, спецкупоны и 1 миллион долларов, желательно разделить только среди подписчиков нашего канала AliProsto. Нажимаем вперед. Один шаг вперед. Получаем спецкупон, но мы и на то согласны. Нажимаем еще раз. Один шаг вперед. Ну что же это такое? Нас перекинуло на распродажу 11.11 на магазин, который продает разные зарядки и провода от зарядок. То есть данный магазин мне понравился, поэтому мы получаем также самый спецкупон и получим еще данный спецкупон. Мы уже получили. Ладно, дальше мы закрываем данную страницу, переходим в нашу игру, и нам нужны дополнительные ходки. Я набрал уже 5 ходов, чтобы уже наверняка дойти до сюда и выиграть 1 миллион долларов. Друзья мои, за одну игру в Шопоголию мы сможем получить купон AliExpress одного номинала всего лишь один раз. То есть номиналы купонов AliExpress тут в данной игре Шопоголия такие: 5 долларов, 10 долларов и 15 долларов. На протяжении игры Шопоголия на AliExpress с 1 ноября и до 10 ноября 10 часов по московскому времени мы сможем сыграть 3 раза. Все собранные купоны, спецкупоны и так далее мы сможем потратить с 11 ноября 2019 года 10 часов по московскому времени и до 13 ноября 10 часов по московскому времени. То есть в промежуток распродажи 11.11 на AliExpress. Результаты игры Шопоголия на AliExpress будут подведены и опубликованы 10 ноября в 16:00 по московскому времени в разделе купонов. Ссылку, естественно, я поставил в описании к этому видеоролику. И игра Шопоголия будет активна с 1 ноября 10 часов по 10 ноября 9 часов и 59 минут по московскому времени. То есть еще до 10 ноября каждый из вас сможет успеть поиграть в данную игру в любой версии сайта AliExpress и даже в браузере на компьютере. Ссылка в описании. Ну а мы давайте на данном этапе выиграем и посмотрим, что же вот здесь в конце нас ждет. Не будем томиться и нажимаем вперед. И бросается у нас кость, и мы делаем 5 шагов вперед. И получаем 132 рубля спецкупонами. И у нас остался один ход. Даже если выпадет одна кость, то мы в любом случае сейчас выиграем и будем среди тех, которые разделят 1 миллион долларов купонами на сайте AliExpress 10 ноября в 16:00. Нажимаем вперед и посмотрим, что же будет дальше. Сделайте 3 шага вперед. И здесь написано: поздравляем, друзья мои, я выиграл, вы прошли игру и получите часть главного приза в 1 миллион долларов купонами. Результаты будут объявлены в 17:00 10 ноября по московскому времени. Друзья
уважаемые, кто-то где-то ошибся, то AliExpress нам написал, что в 16.00 еще написал до открытия данной игры, но сейчас написано в 17.00. Кто же из них прав, я не знаю, будем проверять, будем смотреть на странице купонов, ссылку я поставил в описании к этому видеоролику, именно на той странице AliExpress объявит всех победителей и скажет, кто и сколько самое интересное выиграл. И мы видим, что можем сыграть еще раз, и для этого нам нужно выбрать секцию игрового поля. Хочу напомнить, в данную игру мы сможем выиграть, к сожалению, всего лишь 3 раза в этот промежуток времени, пока активна данная игра. А что вы думаете про данную игру? Напишите, пожалуйста, в комментариях к данному видеоролику и поставьте, пожалуйста, лайк по данным видеороликам, если он был для вас хоть немного интересен. Подписывайтесь на канал и обязательно нажмите на колокольчик. Всем спасибо за просмотр, всем пока!